Каталог моих уроков. У меня снято уже очень много видео по различным узорам. Как же во всем этом разобраться? Можно искать на YouTube. Там есть плейлисты. А можно пойти на мой сайт, где все представлено очень наглядно. Вот мы попадаем на мой сайт gaana.ru. И вот здесь вот в уроках вязания перечислены все, так сказать, плейлисты. Ну, пойдем вот в узоры крючком. Посмотрите, все картинки. То есть, нажимая на картинку, вы перейдете к выбранному уроку. Вот все узоры, по которым у меня есть уроки. Здесь они представлены наглядно и, в общем-то, как-то более компактно, чем вот в плейлистах на YouTube. Можно, так сказать, посмотреть. Нажав на картинку, вы попадете в нужный урок. Вот их, как видите, очень много. Но, тем не менее, проще и легче их найти. То же самое, что касается, вот, например, мотивов. Вот здесь собраны разные мотивчики. Также, нажимая на картинку, вы попадаете в нужный урок. Дальше кайма, тесьма, отделка края. Вот, пожалуйста, все варианты каемочки, по которым у меня есть уроки. Также можете перейти и посмотреть этот урок. Ну, по другим вот я показывать не буду, тут все аналогично. Пожалуйста, пользуйтесь. Ищите. Узоров много, и очень часто меня спрашивают, вот, а сделайте урок по какому-то узору. А у меня такой узор уже есть. Просто внимательно посмотрите, и наверняка вы найдете подходящий узорчик среди вот всего этого многообразия. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!